Кит. Ну, поздравляем вас с такой победой. 3-0, разгромный счет. Вы ассистировали и в первом забитом мяче, и сами дважды забили. Вообще ожидали, что такая феерия будет в первом тайме? Ну, не сказать, что ожидал. Каждый матч хочется забить, отдать голевую передачу. Просто сегодня все совпало, все получилось. Так что и больше счет быть мог. Ну, 3-0, в принципе, 3 очка заработали, главное. Во втором тайме уже немножко другая игра была, где-то придерживали? Ну, да, тут хочешь не хочешь, все равно уже больше контролируешь мяч, соперника вытягиваешь. И на контратаках как бы хотелось забить или держать мяч и забить. Ну, как, главное, что сохранили ворота свои, и все, и выиграли. Скажите, предыдущее поражение как-то, может быть, встряхнуло команду? Сконцентрировала? Да нет, мы всегда сконцентрированы. Просто всегда кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. А ту игру проиграли, эту выиграли.